Очередная президентская гонка, сэр. Очередная твоя шуточка? Кто я в глазах избирателей? Лузер и преступник. Встреча лидеров мировых держав пройдет на высочайшем уровне безопасности. Беспрецедентном в мировой истории. Добро пожаловать в Лондон, мистер президент. Что-то не так? Ничего. Дурное предчувствие. Ложись! Неслыханной дерзости разрушил британскую столицу. Пятеро мировых лидеров мертвы. В машину, быстро! Президент США. Дверь! Пропал без вести. Наши западные партнеры. Баркави. Маниакальный террорист. Твои требования. Президент США. Этому не бывать. Тогда с этой минуты каждая новая смерть будет на вашей совести. Надо найти Баркави, пока он не нашел президента. Мы будем убивать его медленно, в прямом эфире. Я готов. Отвлеки их. Я не могу позволить им схватить меня. Не допусти этого. В противном случае убей меня. Это приказ. Лондон — это лишь первый шаг. Только представьте, как все столицы мира постепенно превращаются в пыль. Сегодня ваш президент умрет. Тому, кто посягнул на нашу свободу, Америка даст отпор. Вперед! И это не просто слова. Мы найдем и уничтожим преступника. Майк, мы вас прикроем. Вперед, вперед! На крыше угроза! Готовьтесь к удару.